друзья, а мы с вами продолжаем открытие сезона охоты. 13 августа, вечерка на этот раз. И другая новая карта. Приехал на другую карту охотничью. И, в общем-то, наверное, ну не то, что я пожалел, что сюда с Утрянки не приехал, а поехал туда на Петраковские эти карьеры. Очень тяжело доставать утку, конечно, оттуда. Разрослось, а сока выше человеческого роста. Вот, а здесь пообщался с мужиками. Так говорят, очень хорошо здесь отстрелялись по Утрянке. Прекрасный налет был. Утки очень много. Сейчас уже, конечно, разлетелось, разбили. Вот. Ну вот, как сказать, в общем-то, всегда тогда получается, вроде как бы думаешь, ага, ну вот в этом месте точно, а все наоборот, да ничего страшного, это охота, друзья. Я, честно говоря, такой человек, что не гонюсь особо вот за какими-то там, за количеством, так скажем, трофея, да. Мне сам процесс интересен, ну, наверное, как и многим охотникам. А сейчас тут приехал, смотрю, более-менее спокойно. Машин пока мало, сюда подъехало. Вот сейчас вот тут такие вот заросли, все, а дальше вот туда вот, там озеро большое, открытая вода, по крайней мере, там охотится. Попроще будет, если падает на воду, так хотя бы видно, куда она упала. Все-таки вот так вот стрелять и без разбора, да, и не подумав, куда она упадет и как ее потом доставать оттуда без собаки. Вот всегда лучше сперва взвесить все за и против. Ой, утка пошла, вон она сидит. А сейчас я в бинокль гляну. А вот там осела, смотри-ка. Да, плавает утка там. Вообще, конечно, далековато. С подхода попробует, что ли, ее. Она меня, конечно, срисовала сейчас. Так она сейчас не дастся. Ага. Ну, в камеру-то, наверное, не видно, далековато, а в бинокль я ее прекрасно вижу. Попробует, что ли? Попробует сюда вот так зарулить. Нет, там далеко, там метров 150. Я точно стрелять не буду. А ближе подплывешь, срисует, засранка. Это вот хорошо вдвоем. Один поднимает, другой стоит где-нибудь, стреляет. Или еще лучше, конечно, с собакой. Кстати, вот здесь у березок я в прошлом году стоял, тоже хороший налет был. Летала. Так, сейчас я туда медленно попробую. Я ее так-то глазами не вижу, только в бинокль. Ага, теперь она чуть правее, вон там сидит. Конечно, можно попробовать выцелить ее. Какая-то она совсем не боязливая, видать, не пуганная, что ли. Только сегодня прилетела. Попробую поближе подкрасться. Ну, это тоже один из способов охоты. Эффективный нет, конечно, как сказать. Это уже вопрос, но все равно охота. Да, вон там сидит, вон там. Вон там она сидит. Я попробую ближе, конечно, я очень медленно гребу. Практически вообще не грибусь.
попробую что ли долбануть по ним. С лодки опять же стрелять. Сейчас я вообще не грести не буду по инерции. Сама пойду. Да, это я уже довольно близко подплыл. Ну сколько, не знаю, метров 70 тут есть. Так, сейчас аккуратненько. Чуть-чуть выше надо брать. Плавает. Да, это какая-то неопытная утка. Смотрел, а вот так. Сейчас осторожненько, с лодки, конечно, стрелять неудобно, ничего не поделаешь. Есть. Ну это, конечно, она сама виновата. Уж очень больно близко она меня подпустила. Прямо на открытой воде очень странная утка. Видать, не пуганная. Интересно, вот всегда, когда вот так вот плывешь, подплываешь и вот думаешь, а что там дальше вот за тем поворотом? Ну мы туда сейчас подплывем, сейчас я ее подберу. Это черок, наверное, я что-то отсюда-то не вижу. Красноголовая. Ух ты, слушайте, а это вообще походу северка. Это вообще походу северная утка. Или этот самый чернич, что ли, хохлатая. Смотрите. Какая интересная утка, да? Я, честно говоря, не очень вот разбираюсь. Вот гоголь это или там. Но это не хохлатая чернич. Хохлатый у нее все-таки хохолок. Похоже, конечно, на северную утку, на вот эту свиязь. Хотя бог его знает. Ну такая красавица. Прям белая брюшка. Клюв темный. Интересное оперение такое у нее. Там потом посмотрю в литературе. Вообще... Ну, голова, она же не красная. Если бы это... Может, это нырковая, кстати. Вполне вероятно. Хотя, вроде, это не ныряло. Ну, уж интересное, да. Вот это начало вечерки. Вот это мне нравится. Вот это мне нравится, друзья. Причем, я охот минимум сдавал. Вот это все я изучал, все, по птицам, ну, по перу, по пернатам, по копытным. В свое время еще надо было сдавать охот минимум, чтобы вот билет получить охотничий. Потом отменили и считаю, что зря это, конечно, сделали. Все-таки даже вот так вот для себя вообще хотя бы базу знать. Там же и техника безопасности, опять же, то есть, ну, всегда полезно. Как-то визуально вроде ничего больше не летает. Она сейчас сидит вся. Я специально приехал чуть-чуть пораньше на вечерку. Сейчас у нас, ну, уже 10 минут шестого, да? Они могут спешить немножко. Ну, где-то, ну, будем говорить, что 5 с небольшим вечера.
пока рано, вот темнеть будет, будет самое милое дело. Я на большую воду, вот не знаю, сомнений у меня. Ну, давайте туда я доплыву. Перо потеряла. Уточка. Сейчас посмотрим, что за перо. Может, от той же самой. Да нет, это вообще может быть воронье какое-то. Нет, хотя... Наверное, от такой же. Так, возьмем тоже для последующего изучения. Остатки торф-разработок, конструкции всякие здесь. Здесь, конечно, вот мель очень мелко. И вот туда проходик такой узенький. Вот там уже большая вода открытая начинается. Там, скорее всего, сейчас будет ветрено. Вот я и что и думал, выплывать мне туда или не выплывать. А вот так вот идет вот эта вот гряда, да. Вот там канал за ней. Можно, кстати, и по этому каналу плавать. Просто там, ну, с двух сторон заросли, ничего не видно. Тут более-менее открыто. Вот, и иногда можно встретить вот такую вот утку интересную, которую можно с лодки, с подхода взять. Сейчас вот здесь помучиться придется. Я помню, что в прошлом году я вообще здесь вставал и лодку тащил. Тут очень мелко. Ну, в забродах-то не проблема. Да, наверное, тут я вылезу. Пешком сейчас. Сейчас попробуем, что тут у нас. Да, в принципе. Меньше, чем по колено воды. Ага, тут уже поглубже. Ну, сосет, зараза. Засасывает торф. Вот осторожненько. Вот уже поглубже пошло. Вот там вот дальше острова есть. Утка бывает там сидит. Тут у нас мужики, наверное, рыбачат. Ух ты, цапля полетела. Да, все, тут уже глубже. Но нам и нужно было только вот это пройти. Участок. Да, мужики на рыбалке. Парень учится. Не будем мешаться. Там тоже он рыбак. Рыбачит. Да, так вот каждый охотник знает, что когда заканчивается утрянка, охотники собираются, рыбаки приплывают, располагаются. Так всегда. В общем-то, особо, конечно, стараются не пересекаться. Так, ну одна, да, пока вот эта интересная уточка, одна. Их, на вечерку можно, наверное, сюда встать будет, вот здесь. Здесь открытое такое место, хорошо будет видно. Да, наверное-ка я на вечерку сюда встану, а оттуда дальше сейчас плаваю к островам, посмотрю, что там у нас. Сейчас вот плаваю, смотрю, закат такой красивый, вот, ну, на закате уже когда начинается, сейчас пока не закат еще, но такой предзакатный уже начинается. Очень, конечно, облака красиво стелятся, правда, вот это вот не особо-то хорошо, ну, в плане погоды. Вот, об этом, кстати, я уже фильм снимал, как погоду определять. Так что не совсем-то вот это вот такие вот хорошо, но уж больно красиво. Переход такой идет плавный. Как будто прям пером художника написано. Ну, красота! Утка, ну, утка, вот летала утка. Тут я где-то штук 20 стаи увидел. Летает туда вот, за те березы полетела. Ну там торфяне, там вообще болота такие,
непролазные. Дам ей безопасно. Сейчас она везде по этим, по кустам сидит. Ладно, наверное, вернусь-ка я или попробую действительно, как мне тут вот мужик подсказал, пройти вот через этот коряжник там на канал, попробую туда. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Ну что ж, друзья, сплавали мы туда, ну не к островам, а на большую воду туда. Посмотрел, все, ничего вроде не изменилось. Ну так, в бинокль смотрел, утки не так не видать, ну в кустах сидит. Поднимать надо, лазить, неохота туда, конечно, залезать. Она вся сейчас по кустам. Это вот эта такая странная вот эта вот утка у меня, которая вот с подхода получилась. Да, собственно, и все. Мне больше-то не надо. Я же говорю, мы люди не жадные. Больше процесс сам интересует. Ну вот, чем там количество. Поэтому, ну не то, что, конечно, можно сворачиваться, нет, я вечерку-то отстаю. Просто уже думаю сейчас подплыть к бережку. Вот здесь хорошо, вот это, по-моему, место-то я заприметил. Или чуть дальше, да без разницы, тут везде вроде бы нормально березки. И на ту сторону, да, можно смотреть. Да, вроде бы сюда тогда. Потому что там все, там уже, там все камышом поросло. А отсюда вроде бы такой обзорчик ничего. Ну да, наверное, я вот сюда сейчас на эту бровку выплыву и уже никуда больше дергаться не буду. Чайку попью. Полюбуюсь, посмотрю в бинокль. Красота, конечно. Да ради только этого уже стоит вот так вот на охоту выезжать. Так, сейчас я на скорости сюда зайдем. О, все, врезались в берег. Вроде бы тут как бы даже комфортно. Сейчас ружье сразу сюда. Ой, не глубоко. Хотя так засасывает хорошенько. Оно так кажется, что не глубоко, а засосало уже больше по колено. Даже чуть больше. Опа. Опа. Вот аккуратнее надо всегда с торфом проверять, не отходя от лодки, как говорится. В случае чего она будет спасением вашим. У меня было такое. Вроде бы посмотрел веслом. Ну, не глубоко там. Не больше, чем по колено, наступаю и вообще по грудь ушел. Вот такое бывает. Да, вот здесь вот вообще отлично. Сейчас лодку мы сюда вот затащим, чтобы она утку не смущала особо. И все, можно здесь останавливаться. На открытом очень хорошо будет видно. Вопрос только, конечно, полетит она здесь или нет. Так, а я вот еще хочу посмотреть, что у нас. Вот здесь канал вот этот идет за кустами. Здесь вот он, да. Здесь канал проходит. Ну, на канале-то стоять смысла нету. А там дальше все, болото начинается. Это уже заболочено, и туда, конечно, никак, ни на лодке никак не добраться. Но я думаю, что утка как раз там и сидит сейчас. Самое безопасное место. Туда только с собакой. Только так. Я бывал еще, заплывал и вставал вот здесь вот. Ну, когда первые разы сюда еще приезжал, на это место, сюда по каналу заплывал, вставал, ну вот, или в тех березках. И туда, в ту сторону стрелял. А потом думаю, а что туда стрелять-то? Как я ее доставать буду без собаки?
Вот, так-то хотя бы на лодке можно доплыть, а так смысл просто так стрелять, чтобы ее потом не достать. Но мы не из той породы охотников. Так что все, сейчас расположусь, чайку, и будем ждать вечерки. Кстати, вот заметьте, друзья, сижу я на том самом финском рюкзаке стуле, о котором я уже обзор снимал. Очень рекомендую, очень удобно. Ну, сидишь, тебя меньше срисовывает птица. Да и вообще комфортно просто сидеть. Хорошо, сейчас еще чайку налью. Сейчас термос достану. Все как положено у нас. Постреливают периодически, я смотрю. Оттуда, с той стороны, с болота. Но у меня, как я говорю, стратегия такая, что, во-первых, с болот я без собаки утку не достану. В любом случае туда вставать мне нет смысла. Замучаюсь лазить по этим кустам, по камышу. Вот, а с другой стороны, если они сюда ее будут загонять, она будет разворачиваться и может частично заходить вот на открытую воду. Вот что нам и нужно. Ну и плюс ко всему, если упала на воду, то по крайней мере ты видишь, куда она упала, легко можешь подплыть, ее забрать или добрать подранка. А не то, когда в кусты упадет. Если подранок, то уползет 100%. Так что вот такая у меня перспектива. Ладно, утка. Любуемся закатом. Отдыхаем душой. Наслаждаемся природой. Вот там, кстати, на той стороне лес идет. Там железка проходит. Вот, а за железкой такой сосновый хвойный лес. Вот, я туда приезжал, рябчика манил, пробовал, тренировался. Вот, с 20 августа открывается. Ух ты, стреляют там. С болот стреляют. Вот мне интересно, вот это моя стратегия, то, что я вот на этом месте сижу, на открытом, она сработает или нет вообще? Или, как обычно, все мужики там настреляют, а я тут просижу. Ну да бог с ним. Я думаю, что все будет нормально. Ну так вот, и, в общем-то, я рябчика манил в июле, а он даже не подлетел, он подошел, он не отвечал, они молчат летом. Он просто подошел пешком по лесу, на 15 метров подошел. Это было вообще... Я пока не встал, вот там присел, я у сосны сидел. Я пока не встал, он так и не улетел, он просто подходил. В общем, рябчик там вот есть, и с 20 августа открывается на Боровую. Вот здесь, в Дмитровском районе. Я туда, значит, сразу же по лесу походим, поснимаю, естественно. Отдельно там покажу, как манить его. Может, и результат будет. Ух ты, ёпарасоте, сколько поднялось-то. Охренеть, сколько их там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 уток. Охренеть. Вот она вся на болотах-то и сидит. Сейчас вот на круг пойдет. Причем как она пойдет, вот мне интересно. Сюда идет вроде. Вроде бы сюда идет, а вроде не сюда. Эх, вот это вот обидно. Проворонил я эту стаю. Лучше бы я тут бы сидел. Хотя вообще высоковато, конечно.
Да, все, пошла на круг она, вон пошла. Да, видать, она там и осела где-то. Пастушки полетели. Вот хорошая стая такая. Можно сказать, для вечерки после открытия на утрянке прям стаи летает. Но она сейчас, да, она за день в стае опять набилась. Сейчас охотники потихоньку будут разбивать это все дело. Будет уже потом поодиночке летать, по две, по три. Красота. Главное вот не поддаваться этим эмоциям первоначальным, не стрелять, когда она вот над тем участком. Да даже если она, допустим, вот над теми кустами, будет очень тяжело достать ее. Как облака, да, стелятся красиво. Прям эффект такой интересный. Вот гала, что ли, эффект называется. Да, он вроде там утка наверху летит. В стратосфере где-то. Очень высоко. Если это, конечно, утка, то может и стрижи летают. Да, это стрижи. Ух ты, а тут вообще прямо как художник вот намалевал кистью. Вообще обалдеть, конечно. Закаты – это красота, ребят. Я-то езжу даже охота охотой, но вот полюбоваться, да, это стоит того. После утрянки тоже и не ложился сегодня, ничего, но вот это сил придает. Никакой усталости не чувствуешь. Красиво. Так, комары начинают покусывать. Налетели в болото все-таки. Сейчас пшикалку достану. Сейчас начну доставать, и утка полетит над головой, как обычно это бывает. Теперь облака окрашены таким розоватым, прямо, ну вообще красота. Каждый раз вот неповторимо, всегда вот так на закате. Ну, кстати, вот эта вот окраска такая, говорит, что завтра хорошая погода нас ожидает. Прям любуюсь, не могу глаз оторвать вообще. Ну, заодно кто-то и постреливает. Ну все, тут после утрянки, конечно, уже такого не будет. Налета. Сейчас одни пастушки летают только. Да, вот там вот тоже очень интересно. Облака подсвечиваются на закате. Ой, природа. Да мне вон и одной, в принципе, этой достаточно. С подхода взятой, с подплыва, если уж совсем точнее. Четыре утки летят, пошли в ту сторону, высоко летят, не туда, куда им нужно. Где бедные вообще сегодня сесть не дают. Как я это взял вообще, уму непостижимо.
Все темнеет потихоньку. Эх, скоро будем закругляться. Ну, ничего, вечерка тоже такая хорошая. Полюбовались природой, пообщались с мужиками, коллегами-охотниками, рыбаками. Ну и с добычей все-таки, не пустой же. Вот, так что продуктивно, полезно, приятно. То, что и нужно. Ну, подожду еще немножко. Это рядом стреляет уже. Дальше отплыла. А, вон она валяется, вон она лежит. А, отлично. Сама дошла. Сама дошла. Не пришлось по кустам хоть лазить. Так, ну вот. Вот это уже вечерка в моем жанре. О, отлично. Крупная такая, хорошая. Отличная уточка. Вот, это уже другое дело. Так, я вот думаю, теперь у меня даже такое настроение посидеть еще появилось. Ладно, сейчас в любом случае на берег. Вот, такой вот, можно сказать, завершение вечерки. Итого, две утки. Одна с подхода. Очень такая необычная утка, с которой еще предстоит разобраться, что это за вид. И вторая в лед, практически над головой. Чисто битая. Отлично, отличный вечер. Ну, что хотел бы еще сказать, друзья. Вот это все-таки моя идея с открытой водой. Она возымела должный результат. То есть все-таки дождался я эту утку, которая прямо вот так ровно, как я и думал, пролетит сюда. Вот такая тактика. Все, буду сворачиваться. Почти совсем стемнело. Ну и до встречи на охоте.